Здравствуйте, уважаемые слушатели и подписчики! Продолжаю свою уникальную серию из народных видеорецептов помощи нашим глазам при различных заболеваниях глаз, а также для восстановления функции глаз, для восстановления остроты зрения. Также данные рецепты предназначены для того, чтобы затормозить все старческие процессы, которые происходят у каждого человека. И начинаются они примерно в 40 лет. Постепенно наше глазное яблоко начинает стареть и деградировать. Так вот, все эти рецепты, если вы будете их поочередно применять, будут способствовать затормаживанию всех вот этих негативных процессов. И сегодня у меня новый, простой, уникальный рецепт. Что же необходимо делать? Первонаперво у вас должна быть хорошая чистая банка. Дальше. Классная чистая вода. Желательно очень хорошо фильтрованная. Вода должна быть хорошо теплая. Где-то 45 градусов. Мы будем делать примочки горячие ванны для наших глаз. Для этого потребуется еще что-то такое сильно утепляющее. Ну, например, хорошее махровое полотенце, чтобы вы могли вот так вот накрыться и создать там микроклимат. Далее, необходим какой-то аппликатор, ну, например, из марли, или несколько косметических дисков можно использовать, вот так положите 5-6 дисков. Их также можно использовать. Необходимо 2 куска ваты, чтобы вы потом уже сверху аппликаторов наложили ваты. А потом уже сверху ваты, ну, дальше утепляемся. Готовим нашу хорошо теплую воду и наш секретный компонент. Это магнезия. Или ее еще называют сернокислая магнезия. Сульфат магния. Копеечное средство, которое помогает от десятка проблем и продается в аптеке. Данную процедуру делаем 2 недели ежедневно, желательно 2 раза в день. Утром и перед отходом ко сну. Потом по истечении 2 недель делаем перерыв в 2 недели. И так с перерывами в 2 недели можно поработать 3-4 курса. Потом делаем перерыв пару месяцев. Естественно, в это время продолжаем работать с рецептами народной медицины из моего плейлиста. Ссылочка на этот уникальнейший плейлист, где я собрал уже десятки подобных эффективных рецептов для ваших глаз, появится в конце этого видео. Досмотрите это видео до конца, перейдите, нажмите на этот квадрат, появится целый плейлист моих рецептов. Там такой есть маленький плюсик где-то там вдалеке. Нажмите на него, и вы все рецепты уже сохраните на своем канале. Не нужно будет искать каждый день различные рецепты для глаз. Просто заходите на свой канал в раздел «Плейлисты» или в библиотеку, и уже эти все рецепты у вас есть. Работайте с ними поочередно, не прекращая. Особенно если вам после 40 или после 50 лет. Итак, берем нашу магнезию. Начинать нужно с 1 чайной ложки на пол литра воды, 500 миллилитров хорошо теплой воды. Берем чайную ложку магнезии, хорошо, качественно растворяем в хорошо теплой воде. Все, берем наш аппликатор, хорошо смачиваем его, идем. Необходимо прилечь, аппликаторов нужно 2 на каждый глаз, и хорошо прикладываем на глаза эти 2 смоченных аппликатора. Все, сверху вата, сверху полотенце и лежим в таком состоянии. Начинаем с 10 минут, потом можно двигаться примерно к получасу. Далее, если все в порядке, первые несколько сеансов, все нормально, вы себя чувствуете, никаких побочек нету, дозу можно постепенно довести до 1 десертной ложки.
Если вам нравятся мои рецепты для здоровья, не забудьте меня поблагодарить, написать комментарий, а также поделиться этим роликом со своими друзьями. Они также хотят быть здоровыми. До новых встреч на моем канале и встретимся еще!